Он сидел на уроке, ему стало плохо, он упал. Учительница решила литературой, что он уснул. Это не Рубцовск, а Бийск. Мама пятиклассника одной из школ Наукограда рассказывает, что на перемене его избили одноклассники. В итоге мальчик получил тяжелую травму головы. Помощь в самой школе ему даже не оказали. И вот уже следователи проверяют обстоятельства происшествия, пока ребенок находится на больничной койке. Ситуацию пытаются повернуть так, что виноват в том, что за ним 2,5 месяца гонялись, я даже не знаю кто, да, и виновата я, как мать, которая ненадлежащим образом воспитала сына, который, ну, не может убить. А это Барнаул, ноябрь прошлого года. Тогда все СМИ писали о лицее, в котором подростки, по словам мамы одного из учащихся, издевались над ее сыном. Чуть позже стало известно еще о нескольких случаях травли детей в этом образовательном учреждении. В отношении его сотрудников было заведено уголовное дело. Ситуацию взяли на контроль глава Барнаула и уполномоченный по правам ребенка в крае. И это, пожалуй, за последнее время самые громкие истории. В общей сложности за 2018 год полицейские зафиксировали 113 случаев телесных повреждений в школах Барнаула. Из-за многочисленных публикаций в СМИ прокуратура краевой столицы даже решила проверить образовательные учреждения. По итогу выявлено 50 нарушений. Выявлено несколько случаев, когда вот причинению телесных повреждений предшествовала какая-то длительная конфликтная ситуация, избежав которую администрация образовательного учреждения и обратив внимание на которую, не привести к причинению в дальнейшем телесных повреждений. Не все в порядке не только с точки зрения профилактики. В нескольких школах нарушается техника безопасности на уроках физкультуры. Учителя на жалобы школьников далеко не всегда реагируют. Всего проверено порядка 60 образовательных учреждений, 55 получили представление. Никого не уволили, руководителям школ и педагогам сделали замечание, кому-то объявлен выговор. Что касается рубцовского мальчика, то и в этом случае администрация гимназии и учителя могут быть наказаны, если комиссия выявит, что никаких мер для погашения конфликта не принимали. Ребенка при желании пообещали перевести в другую школу. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.